Опять же, очень быстро накрывают своего соперника после потери. Ротшильд сбивает мяч на угловой. И получится это мы увидим в ближайшее время. И, конечно, судейскую выгоду. Миша, пожалуйста, у нас сегодня вечерний маркет. Вот тогда Дмитрий Блузкин показался в кресле и сказал: посмотри, у меня все хорошо. Бицет с мячом. Разыграли Жуляна с мячом. Подача. Еще также полиция играет назад. И посмотрите, Адмир Чулуческу, какой активный подсказ. Рот, ты не слышишь? Пытается догнать. И пытается отодвинуть футболиста голландского клуба. Вот сейчас подача и подбор за Жуляна. Мы видели на повторе, что Кришет, который играл с Лукасоном, выдернулся в борьбу. И сейчас еще одного. Кришета. Жуляна. У него